LAX, Los Angeles International Airport, Международный аэропорт Лос-Анджелес. Аэропорт расположен в 16 километрах от центра города Лос-Анджелес. В 2019 году аэропорт принял больше 88 миллионов пассажиров. Аэропорт является крупнейшим на западе США. Аэропорт был открыт 1 октября 1928 года. Сегодня аэропорт занимает вторую строчку в Соединенных Штатах Америки и четвертую строчку в мире. Аэропорт считается самым знаменитым во всем мире. У аэропорта всего 9 терминалов. Они напоминают подкову. Все они указываются цифрами. Но только у одного терминала имеется название. И это название Том Брэдли. Том Брэдли называется терминал, который обслуживает только международные рейсы. Аэропорт Лос-Анджелеса открыт 24 часа, 7 дней в неделю, принимает рейсы более чем из 100 стран мира.